Приветствую вас, дорогие мои подписчики и зрители моего канала. С вами Михаил. В общем, вчера произошла такая фигня, я даже не знаю, как ее назвать. Хотел бы извиниться за это. Ну как извиниться, это было сделано не специально. В общем, закинул видео, у меня там файлы были. Кто видел, тот знает. И в общем, файл где-то минут 20. Ну вот, которая прошлая запись, там с Пикси я дрался. Вот это должна была запись закинуться. Закинулась 9 секунд какого-то там. Я проверяю микрофон, так. Я даже не знаю, что я там записывал. В общем, ну, все загрузил. Это, сделал шапку, картинку. Все нормально, все круто. А потом смотрю 9 секунд, не могу понять. Смотрю, у меня там пальцы вверх, один палец вниз. Комментарии, которые, к сожалению, не почитал даже, блин. Жалею, конечно. Вот. И такой не понял. Зашел там 9 секунд этого мастерства моего. В общем, быстро сразу же удалил, хотя надо было сделать недоступно и прочитать комментарии. Вот, к сожалению, сожалею. Ну ладно, я думаю, ничего плохого вы не написали. В общем, и вот потом я закинул, уже не было сил у меня закинуть снова этот файл, потому что под вечер, под ночь уже как бы не хотелось. Уже спать хотел. В общем, может, из-за этого и как бы закинул другой файл. В общем, вот так вот бывает, оказывается. Давайте я сейчас попробую победить Пикси. Да, кем? Атомом меня просили, по-моему, да? Вот, сделаю какой-нибудь посерьезнее у него вид. Добрый, вот этот вот злой такой, да? Выберу карту VRB. Так, и Пикси. Вчера он меня уничтожил. Ну, видео я загрузил сегодня, а по идее записал его вчера. Вот. Так что, блин, а сегодня я микрофон не проверял на самом деле уже. Надеюсь, все пойдет ништяк. Вот так вот. Ну давай, сейчас разомнемся, или он на мне разомнется. Сейчас микрофон получше. Иногда микрофон не всегда так хорошо стоит. Еще меняю позиции какие-то своего телодвижения. Уё, сразу же пошел уже атаковать. Так, отходим лучше. Пускаем тут. О, по корпусу-то. Зачем я по корпусу с ним соревнуюсь? Опа, убежал. Да ну тебя нафиг. Я его побеждал, атома. Ё-моё. Ладно. Пускай он тут. Далеко еще до меня. Зато я быстрый. Блин, у меня же супер... Я что-то вообще позабыл насчет коронок, друзья. Честно говорю. Вот таких сейчас я покажу. Опа! До свидания. Опачки. Еще раз до свидания. Ага, привет. Так. Может, я ему покрашу желтый цвет что-нибудь, потому что он не будет увеличивать силу удара. Ага. А, я же могу блокировать, и мне руки не оторвутся. Ха-ха-ха. Вот этим атом вообще круто, что у него ничего не отлетает. То есть он привыкший получать удары. Ладно. Лучше я буду блокировать, чем... Не все тут получается, конечно, поблокировать, но ладно. Видите, подзывает меня. Оу, братан. Да что ты еще, блин, восстанавливаешь? Он восстанавливается очень быстро. Блин. Глупил. Вот так вот, да? Смотрите. Он вот этими ударами меня просто одолевает. Не-не-не, подожди. Ну! Спать отправил, в общем. Ладно. Походу у нас будет второй бой. Увеличиваем силу. Теперь у меня 3000, у него 6 почти, по-моему. Я не посмотрел даже. Наверное, да. Опа! Побольше, да, забирай? Оу! Все. Это был сильный удар. Ладно. Так. Восстанавливаемся.
Раз, два, три, вперед. Окей. Раз. Два. Три. Отходим. Ну, сейчас я тебя буду бить. Вот так вот. Отходим. Вот эти удары у него, конечно, хороши. И быстрые такие. Но не всегда получается. Так. Остановиться, главное. Хрен шки тебе. Это радует, что у меня действительно не отлетает конечности. Зато... Зато я на полринга могу пролететь от его удара. Потому что у него офигеть, какие они тяжелые. Давай, друг. Чинись. Давай, восстанавливай. Блин, не на эту кнопку еще нажал. Так. И опа! Не взять меня ему просто так. Оу. Еще можно, наверное. Вот. Вот это да! Это я называю высший класс. СТП. Блин, смотрите, какой хитрый, а. Вот, когда он так близко, мне даже страшно. Бабам! По голове. Так. Ладно, ждем. Мстим ему за кого я вообще-то? За Нойзи Боя. Опа. Опа. Тихо. Понизу нельзя бить, это пах почти. Вот так вот. В общем, у меня настроение хорошее, так что... Мне еще действительно улыбнуло, когда вот это вот получилось все. Я не ожидал такого. И страшно было как-то, знаете, какого, думаю, хрена я сделал. А потом даже как-то это... Ну, можно ошибаться. Бывало, что я буквы ставил не те, да, там, ну, ошибочку какую-то делал. Да, это бывало, это не спорю. А такого-то еще ни разу. Опа, получай. Блин, вот это плохо. Видите, какой у него удар жесткий. Походу я тут не встану. Да, к сожалению, это так, друзья. Ладно. Первый бой прошел, скажем так, не в мою пользу, да? Но я вспомнил движение Атомом. Кто-то меня спрашивал, какой твой любимый. Я даже не знаю, на самом деле мне очень нравится Атом. Во-первых, у него весь баланс в нем такой классный. Как вам сказать? По характеристикам скорость, сила удара, держит он. И главное, ни конечности ни одни не отлетают. А вот так вот. Еще у него приемы хорошие. Единственное, нету добивающего, к сожалению. Ну, кто знает, добивающий — это такой прием, который добивает, то есть крутыми ударами и голову сносит. В общем, вот так вот. То есть ловите его, прям голова покрасилась в темный цвет. И все, и смерть ему, в общем. Даже если у него 100%, ну, я оговорил 100% жизней. В общем, жизней много, потому что эти удары хороши. Но у него своя фишка есть. Свои интересные удары, которые он может и голову снести. Блин, получил тут. Ну, нафиг с тобой драться. Надо было выжить у него жизнь. Ну, давай, давай, еще немножко. Смотрите, он восстанавливается. Иди сюда, мой белый хлеб. Так, сейчас он будет махать. Нет. Оу! Смотрите, вроде выносливости нет, а резкий. Собака. Опа! И теперь я... Все, плохо ему. Ну ничего, мы стерпим. Отходим, главное. Быстро восстанавливается Атом по энергии, по выносливости. Ну, это и энергия, если я не оговорился, в принципе, его выносливость. То есть, от энергии зависит. Уходим лучше. А то зажмёт нафиг. А вообще, вот так как я сейчас рублюсь, лучше не рубиться, потому что лучше подождать конца раунда. Да. Падла. Зажал. Ну, я выжил. Зажал. А в ту сторону как-то не с руки уходить, не знаю. Ну что ты, очкарик. Ну, как в очках. В общем. А сейчас будет, наверное, жесткое избиение. Только не знаю, кого.
Опа, раз удар. Опа-па-па-па, я пошатнулся. Два удар. Ждем. Три удар. Вот так я тебе сейчас буду. Восстановление, в принципе, хорошо идет. Я даже могу не закрываться, когда отхожу от него. Смотрите, он меня не может догнать. Опа. Опачки. О! Вот это мне уже нравится. Ой, зря я это сделал. Этот прием вообще неэффективный. Красивый. О, он упал уже. Видимо, хороший удар. Потанцуем пока. Его очень долго на самом деле бить. Это может занимать, если вот две игры, как я вот первую проиграл, и сейчас вторую, примерно 20 минут. Ну, мне кажется, минут 15 видео будет. Я могу вот так, когда уходить, открыться, и он мне может вот этой мельницей втереть. Так что это очень неправильно будет. Гад. Ладно, первый раз, по-моему, я упал, да? Главное, чтобы оно не продолжалось. Ну, еще тогда. Голова. А вот голову я ему хочу снести. Опа! Ну и по руке тоже ему приходится. Во! Не, рука пока сойдет. Я у тебя сейчас скальпы возьму. Ой-ё! Вот это, блин. Энергия закончилась, не уйти. Хорошо. Сейчас все это быстренько. Быстренько заживем. О, надо пользоваться этим. Быстрее, быстрее. Может, я тебе руку оторву. А, блин, не ударил. Последний такой. Ну что, руку будет лечить. Сейчас голова у него в опасном состоянии будет, потому что он ее не залечил. Мы ее подведем. Да и рука у него, в принципе, тоже. Опа, по голове. Оп, вторая рука. Держим. А когда блок, то есть он, я считаю, что вот эту силу удара он на две руки распределяет. Так, достал ты уже. Давай уже бей. О! Друзья, может я сейчас скоро закончу с ним дело. Нифига! Блин. Главное в блок встать. О, даже не знал, куда блокировать, честно. То ли вниз полетит удар, то ли вверх. В итоге я не понял, куда он ударил. По-моему, по голове. Потому что я еще присел. Я хотел нижний блок сделать. Так. Ну что ты? Давай уже, откройся, Сим-Сим. Еще. Отлично. Что он еще не шатается? Вот так вот. Кстати, руку он сохраняет, да? Уже нет. Я бы ему сначала руку оторвал, да. А потом голову снес. Опа! Ну иди сюда. Я больше падать не хочу, на самом деле. Страшно. Потому что можно и не встать. Но вот этим ударом охота его наказать. Йо! Вот о чем я говорил. Этот удар может меня наказать. Потому что он такой неоправданный. Все, больше. Надеюсь, я встану. Да блин! Ну пипец, друзья. Походу все тут. И батарея еще разрядилась. Вот это я продул. Ладно! Третий. Не, я думаю, батарея еще выдержит. Там 10 секунд еще было. Покарал он меня за мои выгибоны. Так, а чё он меня не вибрирует? Слушайте, он... А, это же у меня это... Покупной джойстик, не оригинальный. Вот в чем дело. Он у меня сейчас без вибрации будет. Ладно. Смотрите, сколько жизней уйдет у меня уже. Я и заметил, кстати, вибрация вот на оригинальном немножко другая. И на этом. Это по-другому. На оригинальном ее даже меньше, скажем так. Ну, вообще без вибрации, даже непривычно. Можно, конечно, прямо сейчас поменяться. Ну, иди сюда.
Не-не-не, подожди, подожди, подожди. Нафига я его бью вообще, если это удар комариный укус? Лучше ты. А. Так, харе. Давайте сделаем так, друзья. Я, в общем, хотел включить там оригинальный контроллер, и он таких мне глюков выдал, что он меня даже нокдаун послал. В общем, к сожалению, чуть не выключил приставку, и вообще неправильно все произошло. Как-то... Ладно, хрен с ним. Зато весело. Так. Хотел поменять геймпад, на самом деле. Тот вообще уже устал. Очень устал. Опа. Пускай он без вибрации. А, блин. Да. Походу, я сегодня его не победю. Даже не так. Ладно. Ну давай, 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 восстанавливайся. Но! Кнопки. Просто чудо. Они задержкой все делают. Это очень плохо. Десять секунд. Я могу продержаться, в принципе. Я сзади. Так, отходим. Все равно я ему увечья не наношу этими ударами. Посмотрите. Сколько я ему нанес, сколько он мне нанес. Не знаю, как он держит севшую батарею, этот геймпад. Сказали, что он быстро включается, на самом деле. Оу-оу-оу-оу. Еще он это... Задержка иногда работает. Я не знаю, иногда все хорошо, а иногда все плохо. Он, видимо, когда устает, так... Какого хрена? Ну да. Нам не привыкать. Ну, по крайней мере, бой был хороший. Если не считать вот проблемы с геймпадом. Новый. Старый тоже. Так. Пускай я даже проду, может, снова. Я не знаю, если сейчас все пойдет плохо с геймпадом. Смысла нет, вот. Какие-то нажатия, знаете, хреновастые. Он вроде нажимается. Ну, в общем, хорошо, побил меня немножко. И знаете, сразу настроение куда-то делать, честно говорю. Такая разговорность была. Куда ты пляшешь? Парасете. Он лишние движения начинает делать, в общем. Вот ты мой. Еще я нажимаю несколько раз, чтобы он сделал одно и то же. А вот в таких играх смерти подобно. И это портит настроение. Ох, я вперед все-таки. Так, 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 куда ты прыгаешь? Все, пошла тема. Какого хрена он так бегает? Я начинаю один раз нажал вот так вот, и он 100 раз прыгает. Наверное, я его не добью сегодня, да? Можно? Ага, хрен уже. Не откроется. Хорошо, перкотом долбанул. Бляха-муха. Короче, он, друзья. В общем, я, честно, я с такой фигней не хочу играть. Потому что это полное избиение. В общем, друзья, спасибо всем, кто меня смотрел. С вами был Михаил. Поставлю геймпад на зарядку, может, он так не будет тупить. В общем, комментируйте, пальцы вверх. Всем пока.